сабақтары дәлдібіне әдәрін тәсиетін сабамық түрін болтыратын оғай күндіргіндері ұлан көйет үшілен көркітен талған нұрылқы кеңдік білдібет аптақ суалына бастың оғай тет аңдақыны дәл көрдің атын түгер сағай сөйлен күлтураның түйкуна нұрылды көгіл жүр ұз тарулы сомалы талы талпаталарына бегі бөңі көмлет білеңі көмлет бастың мағы оғай жета бүгін тұта қойын ұрықтақ қоланың үнтінен оғай деға Александр Савина. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Айсена Сергеевича Николаевна. Оғайден көнірі, көр күлі, күлі болады. Бұл сақалар бұл бұрғатар түппіт. Ағы дөңгі білдіректі күлі. Мана білгі бәрі сауға құлсын, бәрі түйттің көлдері. Өлейден әлемі, неге жұмыслайдың құрады сөз қолықтылықтылы, көрсеттілі. Үйуғары бей қаларынан үлкілерді. Ағы дөңгі, бейгі оғайдыр бұл. Слово имеет экспорт судья корпорации «Гиннес». Мировые рекорды господин Джек Борсбан. Так, перед тем, как начать танец, пожалуйста, мы должны продолжать танцевать безостановочно. Это очень важно. Без остановок вы танцуете. Again, I wish you all the best of luck. И, конечно же, я желаю вам всего наилучшего и успехов! Да, пожалуйста, еще раз напоминаю вам о правилах, да? Очень важно двигаться синхронно. Очень важно повторять синхронно за забивалой. И выполнять, ну, в общем, вы все сами знаете правила Асохи. Знаете, будет дана команда по-английски. Да, и это означает 3, 2, 1, поехали. Вот только тогда забивало начинает петь. Окей? И кажется, нам предоставляется возможность попытки установления рекорда. Готовы? Итак, готовность номер один. Okay. 3, 2, 1, go! Thank you.
I just need to check one or two things before I can tell you whether or not this has been successful. Спасибо вам большое. Дайте, пожалуйста, мне несколько буквально минут, чтобы удостовериться, что все было четко и так, как надо. Потерпите, пожалуйста, несколько минут. Так, пожалуйста, все кликеры сюда подойдите, все те, у которых подсчитывали. Меня зовут Джек Брокбек. Я официальный представитель книги рекордов Гиннесса. И я здесь для того, чтобы зафиксировать рекорд по самому большому осокаю в мире. Я хочу сказать, во-первых, поблагодарить вас, жителей Якутии, за очень теплый прием, оказанный мне здесь. Я впервые здесь нахожусь, и я впервые в жизни вижу нечто подобное. И спасибо вам за очень-очень радушный прием. Дело в том, что установить новый мировой рекорд Гиннесса – это не совсем простая задача. И я выступаю свидетельствую, что сегодня 15 особей участвовало, 15 тысяч. Одним из центральных событий национального праздника стала установка третьего за историю эсеха Туймады рекорда Гиннесса – самый большой ритуал кумысопития Алгыс Туймады. Рекорд зафиксировал судья книги рекордов Гиннесса Правин Пател. Главным условием участия в церемонии было наличие национальной одежды и чурона. 11 136 участников одновременно исполнили торжественный обряд возлияния кумыса. Ошибки в подсчете были исключены. Специально для этого на ипподроме местности Усть-Хатын, где проходила церемония, работали волонтеры, которые на входе при помощи кликеров считали всех, кто пришел поучаствовать в установлении рекорда. Эти же волонтеры следили за тем, чтобы все участники правильно выполняли все указания. Такое количество участников было фантастическим, ведь для рекорда было бы достаточно и 500 человек. Третьему рекорду Гиннесса было отмечено, что якутский народ популяризирует свои традиции и знакомит весь мир со своей многовековой историей, в том числе и историей праздника эсех. Мы должны делать что-то, что никто в мире, кроме нас, не может делать. И с этой точки зрения сегодня мы
завершили такую хорошую триаду рекордов Гиннесса. Первый рекорд, как вы все помните, был установлен по одновременной игре на хомусе. Потом был установлен здесь наш рекорд по количеству участвующих в Асохае 15 293. И вот сегодня мы установили рекорд по количеству людей, принимающих в обряде кумысопития получения алгыса 11 136 человек. Прекрасная цифра, прекрасный результат. Я благодарю всех тех, кто принял непосредственное участие в установке этого рекорда Гиннесса. Я благодарю тех, кто организовывал этот рекорд. Это было совсем непросто. Несмотря на достаточно напряженный график, организаторы отработали слаженно, и рекорд Гиннесса состоялся. So I've seen many records, and this stands out as well, because one, it's in a sparsely populated area, there are so many people. Да, и это тоже необычный очень рекорд, поскольку в таком, можно сказать, городе с не очень большим населением столько народу собралось для того, чтобы установить этот рекорд. And it was a ritual that was synchronized. Да, и это дело в том, что и особенность этого рекорда в том, что это синхронно люди проделывали этот обряд, то есть одновременно. And so from where I was standing in front of them, it was quite exciting to watch them all taking part at the same time. Да, и стоять именно перед этими людьми и наблюдать, как они это делают синхронно, это было замечательно, удивительно. Отвечая на вопросы журналистов, глава города сказал о том, что в век глобализации необходимо не только сохранять традиции, но и их приумножать. То есть наша сага, это еще раз говорю, это уже гордость не только города Якутска и не только республики. Это уже гордость всей России. Это самый большой национальный праздник на территории всей нашей великой страны, которая занимает 1/5 часть земной суши. Вот мы сами, многие еще вот жители города Якутска, этого не осознаем, что вот мы вот сами своими руками создали этот праздник, мы создали самый большой национальный праздник на территории нашей страны. Из рук судьи книги рекордов Гиннесса в знак признательности за ту работу, которую провели организация рекорда Гиннесса по ритуалу кумысопития, им были вручены именные сертификаты. Антонида Корякина. And that is the head of cultural department of the Yakuts. Этот именной сертификат, я надеюсь, что ваше имя я произнес правильно, начальнику отдела культуры и духовности администрации города Якутска. Рекорд Гиннесса у нас проводится именно на той площадке, на том тюрьме, где провело у нас, ну, прошло вот только что открытие, да? И после этого определяется 7 входов. Из 7 входов 6 входов для населения, 1 вход для коллективов, которые выступают и будут показывать действия во время рекорда Гиннесса. То есть 4 будут, где трибуны входа, и на свободном поле с двух сторон тоже определенные входы для населения будут. Население, каждый человек, значит, в якутской национальной одежде проходит через счетную комиссию, счетчики там будут стоять, получит у волонтеров сертификаты, пройдет через контроль и потом садится уже на трибунах. Требования рекорда очень просты. Для женщин это платье холодай и корсетка. Это обязательное требование. А для молодых девушек они могут все-таки одеть холодай с красивыми уборами. Якутский костюм имеет много этапов развития и преображения. Разделяется он этнографами на века. И если вы покопаетесь в источниках, которые написали, в книгах, таких ценных источниках, которые наши этнографы и
исследователи именно в этом направлении национальной моды все время менялась, да? Вот, например, мы с Гришей, вот Григорием, да, одеты в городской стиль якутской национальной одежды. И именно городской стиль. Здесь не хватает жабо. Если я здесь жабо сделаю, я из, буду дамой, из волосы уберу из 19 века. Это вот городской стиль, камзол, да? И вот именно такой вот современный. Решили показать уникальные творения наших народных мастериц, которые сделаны образцы из этнографических раскопок. То есть восстановленная одежда, старинная восстановленная одежда. Буктахсон, Кытылахсон, Онолохсон. Века менялась одежда, ну все это вот в плане действия пойдет. Дефиле это будет. Дефиле это будет. И люди все-таки поймут, да, в конце концов они посмотрят и... Мне кажется, вот есть что показать. Нераскрытых прелестей нашего народа очень много. Почему мы, нас так мало, почему мы не можем заявить миру, что мы есть, что мы такие прекрасные, что у нас вот так, такая ценность есть. Рекорд по счету в городе Якутске. Первый рекорд был посвящен нашему камусу, второй рекорд – национальному круговому танцу Асухой, третий рекорд был посвящен ритуалу Кумусабития, и вот четвертый – на самое большое количество людей в национальных одеждах. Но сегодня непростой эсэф юбилейный, 385 лет вхождения Якутии в состав российского государства. Якутия вошла в российское государство, в Российскую империю. Самобытным регионом, тогда, конечно, это был край, очень далекий край от центра России. И, конечно, мы, как народ, к тому времени имели замечательные традиции и культурные, и духовные. И сегодня рекорд, посвященный национальной одежде, еще раз свидетельствует наше чувство благодарности. Мы отдаем дань благодарности нашим прародительницам, которые сохранили народ своим мастерством, своим терпением, своим искусством, передавая из поколения в поколение мастерство шитья, изготовления одежды для повседневной жизни, для праздников, для детей, для охотников, рыбаков. Это была одежда, которая спасла, по сути, народ в наших непростых, суровых условиях. Да, сейчас мы можем удостовериться, что они все закрыты, все ворота. Объявите, что все закрыты. Оны білген судьяват бардың кәпсияға, оны бардың тұтығы оққайын, үйірпәтші бүлді тұтығы оққайын, оннан дойдыға сақатығағын қалдырдыр! Добрый день еще раз, дамы и господа! You're all very silent. Вы все притихли в ожидании. So, like I said, I'm delighted to be here to adjudicate the largest gathering of people dressed in traditional Yakut clothing. Еще раз повторяю, счастлив объявить результаты установления рекорда самое большое количество людей в традиционной якутской национальной одежде. This is a brand new record, so the minimum was set at 250. Дело в том, что это очень новый рекорд, такая категория новая. Now the thing about Guinness World Records is you have to pass the guidelines, not just the number.
Самая главная часть рекорда Гиннесса заключается в том, чтобы соблюсти все эти сроки и правила. Дело не в количестве. Итак, мы посмотрели на якутские одежды. И посмотрели на, так сказать, реплику этих костюмов, которые мы приняли. И попытка проведения рекорда должна была состояться в ограниченной зоне территории. And everybody had to stay in place for at least 5 minutes. И все участники рекорда, попытки рекорда Гиннесса должны были оставаться на своем месте в течение всего рекорда или же как минимум провести там 5 минут. And so, with a total of... Итак, количество принявших участие в рекорде. 16 620 человек приняли участие в установлении рекорда. Вы являетесь обладателями нового рекорда Гиннесса. Самое большое количество людей традиционной национальной якутской одежды! Бахасиригай! Самарикор! Олоктанда! Урой! 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 Прекрасный рекорд Гиннесса, когда 16 620 человек собралось в национальных костюмах. Я уверен, что вот и погода, которая способствовала этому успеху Исеха, и объединение людей вокруг идеи объединения с природой, возвращение к традиционным своим ценностям, конечно же, это помогает на развитие нашего города. И недаром Исех Туймады сегодня является главным, наверное, городским праздником нашего Якутска. Не раз на празднике летнего солнцестояния устанавливались рекорды Гиннесса. В этом году эксперт штаб-квартиры книги рекордов Гиннесса Пател Правин зафиксировал установление рекорда по самому большому количеству людей в национальных костюмах. 16 620 горожан и гостей столицы облачились в якутские национальные одежды, чтобы в едином порыве показать сплоченность и установить рекорд.